последнее время было много, так сказать, как вы называете, повышений, и, так скажем, они, конечно же, были. Другое дело, что когда речь идет о всех повышениях, берутся, как вы везде читали, там средние цифры. То есть вся та дорожная карта, которая расписана в Балаковской районной поликлинике, она, безусловно, рубль в рубль выполняется, и все повышения обязательно происходят. Средняя заработная плата на сегодняшний день составляет 30 тысяч с половиной. Это младший медицинский персонал 32 тысячи, это средний медицинский персонал 60 тысяч по врачам. Все это фиксируется в режиме онлайн в информационных системах, в которых мы работаем. Поэтому здесь не может быть никаких там, я не знаю, плюс-минус. Здесь все. Вы получили в декабре, как мы положим, в сентябре, то, что обещает вам сентябрь. Все, что на сегодняшний день, какие были повышения, все деньги работники получают в полном объеме. Все эти средства, они начисления проводятся в медицинской информационной системе, которую эти все цифры видны в Саратове и в Москве. Поэтому сейчас нет бумажного начисления, а есть программное. Поэтому все эти цифры прозрачны, их видно везде, и никаких, так сказать, перекосов здесь быть не может.